С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичик. Россия должна быть молодой, динамично развивающейся и конкурентоспособной. Об этом на съезде партии «Единая Россия», который прошел в Москве, заявил президент страны Владимир Путин. Для достижения поставленных целей необходимо работать над сбережением нации, снижать смертность и увеличивать продолжительность жизни, улучшать здравоохранение, развивать комфортную городскую среду и среду проживания на селе, продолжать поддержку малого и среднего бизнеса, ликвидировать очереди в ясельные группы. Для решения масштабных задач, отметил глава государства, нужна мощная объединяющая политическая сила. Единая Россия выполнила и продолжает выполнять эту задачу. Прошедший съезд партии «Единая Россия» его участники назвали самым масштабным. В нем приняло участие более 700 делегатов и столько же журналистов. Съезд начался с работы дискуссионных площадок. На 7 рабочих платформах, которые были разбиты по разделам программы партии, подвели итоги первого года реализации программы и обозначили планы на следующий год. Знаете, ведь партию «Единая Россия» создавал президент Путин в 2001 году. И он тогда честно сказал, что мне нужна надежная политическая сила. Нужна та точка опоры, которая позволит без конъюнктуры, без лицемерия, без популизма реализовывать вот этот пошаговый план действий. И, собственно говоря, в этом и есть ключ к успеху нашей партии. И наши программные действия, они всегда качественно отличаются от других партий именно тем, что мы принимали обязательства, которые исполняли. Ирина Яровая, выступая на площадке «Качество государства», отметила, партия может заявлять о том, что в России такие ключевые конституционные качества государства, как суверенитет, демократия, социальное правовое государство, являются правилом жизни, потому что все это ориентировано на граждан страны. Участники дискуссионной площадки сформулировали предложения по повышению качества жизни граждан и защите их прав. В их числе упрощение допуска наблюдателей на избирательные участки, информирование населения о предусмотренных льготах для многодетных матерей, повышение качества работы госорганов, недопустимость повторного возврата документов при получении госуслуг и другие инициативы. Ряд моментов очень важных, которые, я считаю, были на этой дискуссионной площадке освещены. Это минимизация всех бумаготворчества, это переход на цифровые услуги, всяческих отказа от справок, доступность, чтобы человек, не выходя из дома, мог получить качественные государственные услуги при помощи цифровых технологий. Это один из аспектов. И это не только налоговое законодательство, что вот сейчас активно продвигается, это судебная практика, чтобы также гражданин мог в рамках цифровой экономики, личного кабинета смотреть и судебные решения исполнять. И это очень качественный сдвиг государства. Аварийное жилье и капитальный ремонт, строительство нового комфортного жилья, а также эффективность управления многоквартирными домами и комфортная городская среда стали ключевыми темами на дискуссионной площадке «Быть хозяином в собственном доме». Сегодня исполнение программы по расселению из ветхого жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, составляет 99%. Отстающие регионы, а таких на сегодняшний день 8, должны завершить исполнение программы в следующем году. На особом контроле партии находится и программа по капитальному ремонту домов. На сегодня в стране мы вышли практически на те плановые цифры количества квадратных метров и количества многоквартирных домов, которые должны ремонтироваться каждый год. То есть мы вышли на проектные цифры. Это порядка 45-49 тысяч многоквартирных домов каждый год. Порядка 150-170 миллионов квадратных метров. Сегодня региональные наши программы выполняются в среднем по стране на 80%. То есть 20% каждый год идет недовыполнение программ регионального капитального ремонта. Павел Качкаев отметил, партия продолжит мониторинг и контроль функционирования региональных систем капремонта. Особое внимание будет уделено вопросам финансовой устойчивости региональных систем капитального ремонта и, собственно, качеству самого ремонта. Кроме этого, партия поддержит законопроект, который позволит гражданам перечислять оплату за коммунальные услуги напрямую организациям-поставщикам, минуя управляющие организации. Законопроект о прямых договорах потребителей с ресурсообеспечивающими организациями будет рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию 2018 года. Говорили на площадке и про управление многоквартирными домами собственниками. На площадке были озвучены лучшие практики регионов
что сделано, какие ошибки, куда мы идем дальше. Были озвучены планы на дальнейшее развитие. И вот одна из участниц озвучила такую проблему, которая на сегодняшний день столкнулся их регион. Это мы стали хозяевами, мы стали собственниками, но еще пока не стали хозяевами. И сегодня эта проблема звучит во многих регионах. И наш регион не исключение. И я считаю, что это и сегодня является определяющей задачей на дальнейшую нашу работу. Определили задачу на дальнейшую перспективу и на площадке «Здоровое будущее». Ее участниками была озвучена необходимость дальнейшего повышения подушевого норматива при подготовке врача в университете, а также распространение положительного опыта ряда регионов по социальному пакету молодым специалистам, выделение жилья, в том числе при расширении реализации программы «Земский доктор». Также необходимо повышать доступность и качество первичной медико-санитарной помощи, развивать санитарную авиацию и скорую помощь. Затронули на площадку и тему закрытия ФАПов и реорганизации медицинских учреждений. Прежде всего, конечно, обсуждались вопросы ликвидации, реорганизации медицинских учреждений. Так вот, основная, наверное, задача, которая сейчас стоит, которая обсуждалась, это прежде всего, чтобы любые вопросы реорганизации учреждений, ликвидации учреждений, это ФАПов, участковых больниц, в любом случае согласовывали с жителями. Вот, потому что все понимают важность и актуальность этого вопроса, потому что это прежде всего оказание в срочном порядке медицинской помощи. Вот, поэтому такие вопросы, они мало того, что должны обсуждаться с жителями, но они еще и в принципе необходимо принимать такие решения, чтобы наши участковые больницы все и ФАПы максимально сохранить. Выполнение программы партии – важнейшая задача. Об этом уже во второй день работы съезда в рамках пленарного заседания заявил руководитель партии Дмитрий Медведев. Мы оптимизировали существующие проекты, начали 4 новых проекта. Я их назову, потому что они действительно пользуются большой популярностью. Это городская среда, парки малых городов, местный дом культуры, театры малых городов. Все они помогают решить многие застарелые проблемы. Сейчас все партийные проекты прошли аудит. У каждого есть дорожная карта, определены конкретные сроки. Как только проблема решена, нужно приступать к решению новых задач. Мы обсуждали с коллегами, я поддержал предложение оставить 14 из 25 существующих проектов, укрупнить проекты со схожими задачами. Это позволит улучшить систему администрирования проектов и финансирования тоже, и сконцентрироваться на самых актуальных и значимых вопросах. «Единая Россия» заслужила лидерство реальными делами в интересах граждан, на благо регионов, на благо всей страны. Об этом заявил и президент России Владимир Путин, отметив, что пройден трудный, но грандиозный путь развития. Да, мы понимаем, что, наверное, могли бы добиться большего. Так всегда бывает, когда берешься за сложнейшие задачи, когда ставишь перед собой амбициозные цели. И понятно, что если такие сверхзадачи, сверхамбициозные цели формулируются, то можно заранее быть уверенным в том, что чего-то, может быть, не удастся сделать. Но еще хуже не ставить перед собой эти амбициозные цели. Тогда уж точно ничего не получится. Но при этом, конечно, главное надо честно обозначить нерешенные проблемы, настойчиво их решать, устраняя то, что мешает идти вперед. Ставить перед собой еще более масштабные цели, добиваться результата. Впереди очень много важных, значимых, не терпящих отлагательств дел. А все, что нам удалось сделать, это только фундамент, но не гарантия дальнейшего успешного развития. Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необходимость перемен, сберечь и приумножать уже достигнутое за последние годы. Выйти на задачу роста экономики выше мирового России не позволили экономические кризисы, внешние ограничения. Но сделать это нужно обязательно, отметил Владимир Путин. Причем Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших глобальных экономик, но и приблизиться к уровню передовых стран по ВВП на душу населения. Именно этот показатель говорит о качестве технологической экономики, уровне производительности труда и о благосостоянии людей. Владимир Владимирович в своем выступлении поставил задачу прорывную. Нам надо выйти в экономике на новый уровень. Мы должны войти в пятерку самых развитых
в экономическом отношении стран. Я считаю, что так и должно быть. Потому что если страна, наша большая страна, не будет ставить перед собой амбициозных задач, то мы неизбежно потеряем лидерство во многих, скажем так, отраслях знаний, во многих прорывных вещах, о которых сейчас все говорят, хай-тек и так далее, цифровая экономика и все, что с этим связано. Россия должна быть молодой, динамично развивающейся и конкурентоспособной. Для достижения поставленных целей необходимо работать над сбережением нации, снижать смертность и увеличивать продолжительность жизни, улучшать здравоохранение, развивать комфортную городскую среду и среду проживания на селе, продолжать поддержку малого и среднего бизнеса. В этой повестке развивается и Ненецкий округ. Многие вот эти цели выступления президента мы постарались учесть при рассмотрении и принятии окружного бюджета на следующий финансовый год, 2018. В частности, порядка 60% всех средств окружного бюджета у нас пойдет на образование и здравоохранение. Мы продолжаем строительство детских садов, чтобы действительно все детки у нас от полутора лет уже имели возможность посещать детские сады. Мы сегодня продолжаем строить и современное здание школ. И в том числе мы постарались решить такой больной вопрос, как начало строительства школы в Нерминосе. Мы заложили более 11 миллионов рублей на проектно-сметную документацию в этом национальном поселке. Мы выделили порядка 2,5 миллиардов рублей на социальную поддержку населения округа. При этом сохранили все меры социальной поддержки, которые сегодня оказываются нашим жителям, Максим, с учетом соблюдения адресности и нуждаемости. Максим. И ряд социальных выплат мы проиндексировали на 4%. Определяя задачи развития, необходимо принимать своевременные решения, какими бы спорными они на момент их принятия не казались. Это в своем выступлении подчеркнул Владимир Путин. При этом самое главное – уметь объяснить людям, что и для чего делается. Четко прозвучало, что партия работает для людей, в интересах людей. И это единственная партия, которая несет ответственность перед людьми, давая отчеты о своей деятельности. Ни одна другая партия такие отчеты массовые, обсуждения не делает. Ну и, наверное, то, что у нас в округе реализуются наши проекты, это весьма и весьма значимо. Мы будем их расширять. И я думаю, что в январе месяце на заседании регионального политсовета мы рассмотрим наши партийные проекты и кое-что еще добавим с учетом, скажем так, тех рекомендаций, которые мы получили на съезде. Кроме того, Владимир Путин поставил задачу продолжить курс на совершенствование и либерализацию законодательства. В том числе, отметил глава государства, нужно убрать все нечеткие, двусмысленные, размытые правовые нормы. Президент в своем выступлении отметил о том, что нам нужно серьезно вообще разобраться с законодательством, со всей нормативно-правовой базой, именно даже не столько на уровне субъектов, а столько на федеральном уровне, чтобы прекратить вакханалии, чтобы прекратить разгул коррупции, который сегодня имеется в государстве российском. Реализация поставленных задач должна сделать Россию страной, устремленной в будущее. И такой стране нужен сильный и безоговорочный лидер. Именно поэтому будущие выборы президента, на которых партия поддержит Владимира Путина, являются для «Единой России» главным политическим событием 2018 года. Мария Владимирова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», Москва.